Здравствуйте. Этим видео я делюсь своими впечатлениями об авторском мастер-классе Анны Карпеко «Ваши денежные таланты». Выражаю Анне свою благодарность. Меня зовут Николай Иванцов. Я психолог, консультант и коуч. И регулярно участвую в тренингах и вебинарах различных мастеров. Результаты, которые я теперь получаю, очевидно, уже являются накопительными. Но также и важно, что на каждом тренинге это свои результаты. С автором мастер-класса Анной Карпеко я знаком был уже раньше. Участвовал в ее тренинге «Код богатства». Значение своего участия в этом вот мастер-классе «Ваши денежные таланты» мне трудно теперь переоценить. Тем более, что тема раскрытия денежного потенциала человека – одна из специализаций Анны, насколько мне это известно. Сказать, что она дает материал многогранно, удивительно, глубоко и емко, и при этом легко для усвоения, это, конечно же, все правда, но это, что называется, мало сказано. Удивляет, безусловно, энергетика Анны. Она заряжает и мотивирует так, что невозможно остаться в прежних рамках без каких-то осознаний, без продвижения к своим целям, не поставленным, не явным еще, неосознанным целям в том числе. Важно и то, что на тренинге Анны в целом получаешь неожиданно много больше, чем рассчитывал. Для меня одним из таких неожиданных результатов стало глубинное убеждение о взаимоотношениях коуча и клиента, да и вообще, собственно, с окружающими в целом. Подробности и детали я здесь опущу, потому что это не тема мастер-класса. Отмечу только, что результат касается не только денежных отношений, но и выходит далеко за рамки этих отношений. Это был не просто, кстати, инсайт или озарение, и далеко не единственный на этом мастер-классе. Я не просто осознал какую-то установку, как теперь уже твердое убеждение, а возникло именно такое ощущение, что некая глыба, которая долго не укладывалась на свое место, внезапно как раз-таки встала на свое место, и вся конструкция, ну, как загудела. Это не просто пазл сложился. Для меня открылся некий простор для действий там, где раньше были неявные преграды и сомнения. Это один из драгоценных результатов, к которому я шел не один год. Анна, я благодарю вас. Пожалуйста, не забывайте включать меня в ваши рассылки. Желаю вам дальше приумножать успехи свои и ваших учеников. Всем отличных результатов с Анной Карпеко.